Назвал Жеку мягким президентом. Можешь аргументировать? Ну, смотри, он изначально написал «мягкий защитник». Я в ответ назвал его мягким президентом. Когда была заруба одна на футбольном поле, да, в бочном матче, лицо в лицо пошел на него, когда он толкнул Васю Маврина. Он увидел там такие чуть испуганные глаза, мне кажется. Вот. Чуть сразу пар вышел у него. Поэтому так. Но Никит, он не мягкий президент. Никит именно, ну, ты его уважаешь. Слушай, да, ну, в целом, знаешь, как бы уважение всегда есть, но определенная грань переходит, когда что-то в раздевалке вкидывают, кричат. Поэтому не знаю, не могу сказать, что прям 100% уважаю. Есть за что и как бы спросить. За что, например? Ну, опять же, вот эти все вкиды. Мне кажется, что... Ну, понятно, что это медиафутбол и все такое, но, по-моему, сейчас такие матчи проходят, особенно последние, да, вот начиная с Казани, они все были, ну, на футбольном поле достаточно хорошего качества, и мне кажется, нужно уважать соперника.